Из года в год в акции принимает участие 121-й авиаремонтный завод, «Комус-упаковка», «Родовой герб», «Вулкан-комплект» и многие другие одинцовские фирмы. От самых крупных до совсем небольших. Например, бессменным организатором мероприятия со стороны палаты выступает индивидуальный предприниматель Юрий Савкин. Мы, как старшее поколение, отвечаем за воспитание и ваше развитие. Мы уверены, что таким небольшим вкладом также участвуем в вашем воспитании. Рассчитываем на то, что вы станете достойными членами нашего общества и в узком смысле, то есть нашего одинцовского объединения муниципального, но и также всей нашей великой России. Виктор Тарусин выразил огромную признательность предпринимателям, пошедшим навстречу нуждам приюта и внесшим посильный вклад в создание для его воспитанников достойных условий жизни. От лица наместника и братьев Савино-Старожевского монастыря гостей приветствовал благочинный обители отец Афанасий. Хочется в преддверии Нового года, в преддверии Рождества Христова поздравить вас с этими великими праздниками, спасительным праздником Рождества Христова, поблагодарить вас от лица наместника за то, что вы не забываете наш детский приют, помогаете детскому приюту. Ребятам передали письменные принадлежности, бытовую технику, садовый инвентарь, игрушки и много других полезных вещей, без которых жизнь приюта была бы значительно сложнее. Огромное спасибо наставникам, преподавателям этого приюта. Без вас, конечно, никакая эта работа и воспитание, и обучение невозможно. Та помощь, которую оказывает торгово-промышленная палата с нашим участием, наверное, это маленькая толика. Значит, мы с удовольствием и с радостью, конечно, ее вносим, но вот в этот день как раз хотелось бы больше сказать. Значит, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, чтобы у вас было терпение, чтобы вы продолжали эту работу, потому что воспитание вот этих золотых детишек, конечно, зависит в первую очередь от вас. От торгово-промышленной палаты России предпринимателям вручали свидетельства надежного партнера и благодарственные письма. А воспитанники монастырского приюта поблагодарили их по-своему – хорошим танцем и молитвой. По словам отца Афанасия, по молитве преподобного Савы Старожевского, будущий год станет для участвовавших в акции одинцовских предпринимателей особенно успешным. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».